Илон Маск, гений, миллиардер, филантроп нашего времени. За его плечами уже столько изобретений и столько проектов впереди, что даже перечислять страшно. И вот он снова у всех на слуху. Илон Маск, фигура настолько противоречивая, что даже и говорить не о чем. Вспомнить лишь последний его скандал. Один из последних связан со спасательной операцией в Таиланде, когда дайверы отказались от помощи Илона Маска в спасении детей, застрявших в пещере. Они не стали использовать его субмарину, так как, когда он прибыл, большинство детей уже было спасено, и у его субмарине не было необходимости. Но миллиардер воспринял это слишком близко к сердцу и раскритиковал работу спасателей. О скандале, связанном с женой Джонни Деппа, я вообще, пожалуй, промолчу. Но при этом за последнее время он сделал немало и важных открытий и привнес в нашу жизнь кучу возможностей, которые раньше были недоступны. Вот яркие примеры. Чего только стоят его запуски пилотированных ракет. Это был настоящий прорыв для всего человечества. Он первый, кто смог этого достигнуть. Также в его планах есть раздача безлимитного Wi-Fi по всему миру. Но об этом чуть позже. Что же он выдумал на этот раз? А именно, он выдумал внедрение чипа в организм человека, который позволит нам лучше видеть, слышать. Первые новости и разговоры об этом чипе начались еще в 2019 году, но тогда компания объявила о наборе свежих людей для разработки. И сейчас, 28 августа 2020 года, Илон Маск представит готовый чип. Сам же Маск уверен, что первые же экземпляры будут помогать восстанавливать разрушенные клетки мозга, что поможет с такими болезнями, как, например, болезнь Паркинсона. Все более подробно об этом проекте мы сможем узнать уже 28 августа. Можете посмотреть презентацию или подписаться на мой канал. Я подробно освещу все ее детали. А также подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите в комментариях, хотели бы вы себе такой чип и нужен ли он вообще нам. Пока.